Привет. Я вернулся, жив и из Террарии. Задолго до релиза патча мы договорились с Реквизитом пройти игру вместе на стримах, причем первая трансляция должна быть марафоном на 24 часа. Почему-то я был уверен, что этого времени хватит на прохождение игры. Ага, конечно. 50 часов контента почти на 700 гигабайт. Мастер-мод, все боссы и события без использования медсестры. Пожалуй, крупнее ролика по этой игре я еще не делал. Надеюсь, вы его осилите, и спустя 3 месяца будет интересно. Любое прохождение Террарии начинается с создания персонажа. Быть честным, я не стал придумывать велосипед, и на что-то оригинальное не было настроения. К сожалению, стартанули мы не очень гладко, и если сервер хостил Реквизит, то картинка получалась нерадужная. Вообще, проблема коннекта сопутствовала всему прохождению в разных масштабах. Реквизиточка. Мы с тобой даже похожи немного, да? Ну-ка, я лагаю тебя, побегай ты. Нет, не лагаешь. Кстати, да, блин, у тебя такая же коса, ах ты сучка. В смысле, ты, сучка? Да ты меня косплеишь, походу. Ну ты, сучка, нет. Я, блин, Джинкс, ты посмотри на меня. Ты холодная, сучка, а я горячая. Мы как огонь и лед. Начало получилось максимально шаблонным. Мы подмечали мелкие детали обновления, параллельно собирая дерево для постройки дома, в котором проведем ночь. Что за крыша? Нормально, что за крыша? Хороший дом для начала. Охренеть, звезды часто падают. Йоинг. Дерево выросло на глазах, видел? Mm-hmm. Опять, что такое? Чок, я ворую их. Блин, заблокировано. Чувак, ну... Ты сюда больше никогда не вернешься. Да, нихуя себе, 55 дэмэджа. Пустите! Жесть. 55 дэмэджа он еще. О, звезда, кстати. Жесть. В общем-то, ночь была веселая. По ощущениям, спаунрейт звезд подняли, но их сбор затрудняли монстры мастер-мода, которые крайне больно вламывали. Особенно проблем доставляли призраки. Мы еще не знали, что они появляются при разрушении наших же надгробий. С рассветом побежали исследовать ближайшие пещеры на наличие бомб и денег. Можем, кстати, забрать пару этих активированных камней, чтобы ловушки чекать. О, золото пошло. Да. Собирай золото, я соберу. А, тут ловушка. Слушай, пригодился камень активированный, прикинь. Ты прочекал с помощью него? Да, там такой же валун. Да, я вижу. Охренеть. Сейчас надо ниже прокопать и сломать песок. 9-9. 10-8. Не, нормально, кстати. Посильнее, чем наше оружие. Охренеть. Песком можно убивать. Че за трещина в песке? Реквизит! Чё, нашел? Алмазное дерево, походу. Да. Блин, ну, это фок чем. Реально алмазное дерево! Долго задерживаться под землей не стали. Все же терять деньги не сильно хотелось, учитывая, насколько полезен НИП-торговец. Ну и потихонечку начали отстраивать первые коробки. Жаль еще, что деревья я посадил на поверхности, а растут они исключительно под землей. Но кто ж знал, блин. Наконец, дождавшись торговцев, мы закупили гранат, бомб и сюрикенов. С таким набором можно делать более длительные вылазки. Ну-ка, тест. Сейчас будет говно! Фига. Прикольно, кстати. И благодаря бомбам я залутал Undertaker. Все-таки неплохое стартовое оружие и явно надежнее кактусового меча. Horrible chill? Что? Не знаю. Это же босс какой-то. Нет, реквизит. По-моему, это босс. Реквизит, смотри, что у меня есть. Вообще, взрывчатка во многом развязала руки, и скучное копание кирками превратилось в пиротехническое представление. С таким раскладом мы подготовили подземную ферму деревьев. Уж очень хотелось оценить, как они работают. Походу, оттуда вылупится кто-то, чувак. Фу. Нет, нет! Нет! Чувак, еще один удар остался. Смотри, что это такое? Кактус, это кактус. Да, походу реально просто кактус. Кактус-ловушка. О, скоро бомбы выпали. Пиздась. Контролю. Бля. Ты себя там взорвал. Что-то еще. Там. Блин, там... О, забей, чувак.
ТП-хайся как-нибудь. Я жив пока. Чего там много так этих хреновин? Ты посмотри, они на каждом шагу. На каждом сантиметре, черт побери. Так там, наверное, должно быть что-то легендарное по луту. Я попробую походу, исследовать. Походу. Не, ну я могу вообще к тебе вернуться в целом. Давай, если у тебя два зелья, то давай. Ну давай. Найс, вернулся, просто охуенно. Бля, чувак, ты не мог сказать. А что? Тебя задамажила пустота. У меня она вообще здесь летала, чувак. Это ресинхром пошел, походу. Тут мужик-гольфист. Да? Непись? Да. Надо его освободить. Он как бы нормально в гольф играет здесь. А, да? Идти в пустыню на мастер-моде в начале игры — это, конечно, суровая затея. Но зато встретили первый тайник. Собрали немного золота и пару кристальных сердец. Тем временем деревья потихонечку начали вырастать. Клевое нововведение, чтобы быстрее разжиться хуками и не чувствовать себя инвалидом. Да и своего рода это денежная ферма, поэтому мы чутка увеличили ее. Разобравшись со всеми делами по дому, мы отправились изучать левую часть мира. На пути стоял Кримзен, но с нашей экипировкой это было проще похода в пустыню. Как обычно, все веселые приключения превращаются в исследование шахт. Сперва наземные сундуки, затем кристальные сердца, большие залежи золота. А вот такого мы точно не ожидали. Так, я возьму сундук, пожалуйста. Он рейд дичайший. Я, наверное, выпью зелья, слушай. Тут ловушка где-то. Ну тебе ждать? У тебя есть вормхол? Есть, но я не хочу его юзать. Проюзай тебе свой, Адам. Чувак, ну нет. Ну будем считать, что я использовал. Ну нет. Ну давай. Ну чувак. Да ладно, не будь ты же один, ну, не надо. Это сложность для прохождения, так можно чтобы... можно создавать же потом, да? Из чего они создаются? Они сложно создаются? Они создаются из двух грибов и дейблума. А, ну тогда изи-то, окей. Там нормальная обстановка, я могу? Да, давай. Я напиздел. Ты сука, ты сучка, ты сучка. Из двух грибов и дейблума. Следующий сундук порадовал куда больше, он хотя бы не взрывался. А рядом еще и огромный пласт рубинов сгенерировался. Этого явно хватало на хук. Там Тинти. Под ним прям. Это, наверное, такая ловушка, которая тебя взорвала. А, да, опять. Да-да-да-да-да. По-моему, раньше таких не было. Вот мне тоже так кажется. Ща обезвредим просто. Так, я отойду нахер. Это как в Майнкрафте ловушка, кстати. Да. На удивление, подобных ловушек разбросано по миру крайне много, и даже несмотря на всю мою осторожность, одну такую я обезвредил не до конца. К счастью, все обошлось, и в качестве лута попалась булава. Вообще, весь тип этого оружия реворкнули, и теперь их можно закручивать вокруг персонажа. Своего рода это защитная атака, которая неплохо отталкивает ближайших врагов. А совместив булаву и 99 факелов, получится огненный вариант. Что забавно, оружие перестает гореть под водой. Подушка-передушка? Кручусь. Кручение пошло. Оп. Подушка-пердушка! Да, ты нашел? С него выпало. Как? Гном-реквизит! Прям такой мелкий! Зря ты шел. Нихера, у меня пиздит! Феи! Реквизит, давай скорее сюда! Ну иду, блин, только не убивай всех, как обычно. Да я никого убивать не буду, я смотрю на них просто. Чудовищный. Я ждал гнома для тебя, разминал. А тебя не было. Порой, как видно на этих футажах, мы отвлекались на исследования мира и продолжали восхищаться нововведениями. Террария стала значительно живее. Правда, пока мы веселились, глаз ждать не стал и сам решил на нас напасть. Впрочем, в любом случае, это бесплатный призыв, поэтому попытать удачу стоило. В быстром темпе я построил говно-арену из палок, а Рикви купил мини-акулу. И попытка была очень даже добротной. Нам совсем малость не хватило дожать его. Это при том, что на нас не было бафов, из нормального оружия у меня только Undertaker, по броне и аксессуарам вообще беда. Да что ж на тебя так загрелся-то жестко? Переагрел. Окей, мне хил нужен, блин. Еще бьем. У него очень мало хп. Нет, сука, одна секунда.
Сука! Да как так-то? Торопиться было некуда, так что продолжили прокачивать своих героев и копаться под землей. Только зацените, какой классный биом со светящимся мхом. С такой подсветкой даже зелье шахтера не нужно. На более низких слоях славы появилось множество ловушек на активаторах. Если быть невнимательным, то такая подлянка с легкостью сожжет игрока. К концу фарма реквизит обзавелся ботинками Гермеса, а я облаком и полным сетом брони. Ну и пара бонусных моментов с очередного захода в пустыню. Тебе вообще, наверное, меч из хотбара надо убрать. Блин! Выкопай меня, выкопай меня, выкопай! Дай посмотреть. Пиздец. Вернувшись домой, мы подоспели как раз к луне. Но дабы не рисковать, призывать глаз к Тулху лучше в начале ночи. По ходу сортировки ресурсов у нас скопилось достаточно рубинов, да и золотых слитков оказалось даже больше необходимого. Добавить сюда геля, и пара призывала короля слизней готовы. Налакавшись различными бафающими зельями, мы приступили к схватке. Честно говоря, особо сказать нечего. Это экспертный король с апнутыми статами. Ни больше, ни меньше. Никаких новых атак или миньонов. Во время битвы я позволил себе сущую наглость и телепортировался, чтобы закупить гранат. Настолько происходящее показалось несерьезным. Мастермодовский дроп тоже не порадовал. Очередной трофей, коих великое множество. Иногда еще могут питомцы выпадать. Одного из таких я раздобыл со следующего слайма. Убивать его повторно с высоко прыгающим маунтом оказалось еще проще, чем в первый раз. Самонс и слайм принц. Нифига тебе, повезло, блин. О, какой он крутой! Ну почему тебе везет, блин, так жестко, а? Кстати, торговец начал продавать специальный пилон, который позволяет телепортироваться на другие подобные кристаллы. Это совершенно новая механика, которая во многом зависит от счастья жителей. И вообще, можно было бы отдельный гайд бахнуть. Хотя, учитывая, сколько уже прошло времени с апдейта, вы сами прекрасно знаете, как работают эти телепорты. Также в честь нашей победы небо украсило множество китайских фонарей. Это событие, которое происходит после победы над боссом или вторжением. Оно повышает новый параметр удачи и позволяет более выгодно продавать предметы. Да и в целом атмосфера становится очень умиротворяющей. Но расслабляться не было времени. Наступила следующая ночь, а значит на очереди глаз к Тулху. Ой. Нам нужно, наверное, левее немного, правее точнее. А разве нельзя на нем прыгать? Раньше можно было? Сейчас я против урон получил. Можно. Ой. Ой-ой, реквизит. Ой-ой-ой. Ой-ой, реквизит. Ой-ой, тише. Решил летающая острова. Реквизит! Здорово. А он вернется вообще хоть? Да, он вернется. Давай вместе запрыгнем. На нем? Да сейчас будет жесткая фаза же. Ну, кстати, на этой фазе наоборот нормально, по идее. Как? Я ничего не вижу. Темно очень. Мне кажется, мы еще одного успеем. У меня мало уже патриков. 300 осталось. Я тебе еще дам. В смысле, 300 осталось. Опять выпал. 300 дал. За Ктулху. Да. Но у меня было 400. У него были какие-то очки крутые. Реквизит! Как тебе такое? Че? Ну какого хрена тебе опять выпал питомец? Ну что за говно? Соси ему жопу, пожалуйста. Блин, крутой, как у этого, кстати. У него еще типа рот иногда открывается. Примечательно, что в мастер-моде с глаза выпадают авиаторы. Раньше эти очки можно было получить только в хардкорном режиме, где персонаж удаляется после смерти. Немного обидно, что предмет фактически обесценили. Самое главное, что щит Ктулху остался таким же полезным и обязательным аксессуаром, если хочется грамотно уклоняться. Теперь в полном спокойствии можно поискать летающие острова. Пока мы гриндили сундуки, нам как раз попалось несколько зелий гравитации. Вот только гарпии нифигово так нарушали покой. Но это ничего, терпимо. На первом острове шарик, что даже хорошо. В дальнейшем я соединю его с пердушкой и облаком. Практически вплотную расположился и второй островок. Здесь куда более интересный Старфьюри. Учитывая, как грамотно мы готовились к босс-файтам, буквально сейчас можно идти на мост Ктулху.
Из кремтановых слитков крафчу себе и реквизиту луки со стрелами шута. Они замечательно пробивают прислужников. А еще теперь прямо как в Майнкрафте можно спать на кровати и ускорять таким образом время. Этой фичей мы еще не раз будем пользоваться. Не могу сказать, что битва с мозгом Ктулху была сложная. Мы, как обычно, бафнулись, раскидали костров, но, пожалуй, все же стоило чуть больше расширить саму арену. Стрелы неплохо пробивали наблюдателей, возможно, нужно было и гранат захватить. К сожалению, к середине битвы реквизит умер, но это не зафейлило нашу попытку. Я продержался до респауна, и благодаря Wormhole Potion мой напарник вернулся на помощь. Ну, не сложно. Нормально, нормально. Ну, первая фаза такая душноватая из-за того, что летают эти челы, он телепортируется еще. Brain in a jar мне выпал. Призывай. Видал? Ну, мозг на ножках. Как и в предыдущих случаях, мы решили повторно убить босса для дополнительной добычи. Если конкретно, я скрафтил себе новый комплект брони и инструментов. Причем делал это ускоренно, потому что напали гоблины. У нас все еще оставались стрелы, да и экипировка для гоблина вполне серьезная, так что трудностей не возникло. Само вторжение не принесло каких-то предметов, но зато теперь можно найти инженера. Позади уже 7 часов стрима, так что вместо поиска Непа я пошел перекусить пиццей. Ну а Рекви без меня успешно справился и закупил 2 пары ракетных ботинок. Я гоблин нашел. Кайф. У нас он заселится? У нас же есть? Должен, наверное. Надо. Я тебе ботинки сразу куплю, тоже такое. Угу, спасибо. Еще и метеорит нашел в правой части мира. Интересно, что с 1.4 этот материал больше не добыть при помощи взрывчатки. И теперь нельзя разжиться хорошим сетом брони да лазерным пистолетом. Сложно сказать, хорошо это или плохо. В апдейте довольно много подобных баланс-правок, которые, возможно, и не сильно необходимы были. Место падения прилегало к джунглям, а нам как раз туда и нужно было. Под зельями шахтера добили максимум здоровья, и пришла пора готовиться к королеве пчел. Не самое это приятное дело разрушать улей, учитывая, что маленькие пчелки в мастер-моде наносят больше урона, чем атаки самого босса. За кадром я также купил себе мини-акулу, и в 2 ствола с метеоритными пулями мы атаковали королеву. Пули хорошо рикошетят в замкнутом пространстве и пробивают первую цель, что отлично подходит для уничтожения маленьких самонов. Но где-то на половине здоровья у нее слишком высоко поднимается резист, поэтому куда эффективнее использовать что-то с более внушительным уроном затычку. Старфьюри хорош. Нойс. Ну, на самом деле, легко. Долго, правда, но легко. Слева от арены был еще один улей пчелы, так что мы просто взорвали к ней тоннель и вывели на наше поле. По сути, никакого профита с этого босса для меня не было. На тот момент я подумывал о том, чтобы играть за воина, а максимум, что с королевы может выпасть, это не самый лучший меч. Да и тот мне отдал рекви. А для призывателя наоборот, этот босс открывает крафт новой брони и прислужников. Далее по списку босс-раша идет скелетрон. По сути, с нашим снаряжением можно и на стену плоти идти. Так что, кроме как об арене, беспокоиться не о чем. Тут в ход пошли все подарки пчелы. Лук, гранаты и самоны. Мне, может, сперва руки надо отстрелить, да? Да, кстати. Жесть там пчел! Ты это видишь? А они просто не успевают за ним. Ну, пока что очень просто. Минус. Минус. Ой, блядь. Что-то мы наловили так урона. Но nice. Это было изи. Easy game. Нас не столько интересовал лут, как проход в данж, хотя вот эта книга черепов очень даже клевая.
Даже подземелье подверглось незначительным изменениям. Появились ветхие блоки, которые очень просто осыпаются и разрушаются киркой. Зачастую скопление таких блоков может скрывать дополнительные ответвления. К счастью, они подвержены взрывам, поэтому не забываем проведывать подрывника. Ну и куда интереснее биомный сундук пустыни. К нему вернемся уже в хардмоде. Пожалуй, нет больше нужды показывать тривиальный гринд в данже скелетрона. Лучше посмотрите небольшую нарезку найденного лута. Это, конечно, не все, так как часть сундуков открывала реквизит. И самое время заняться адом. Для начала мы закупили пару стаков динамита. Храни бог подрывника. И начали прокапывать мощнейший спуск вниз. Давай, я покидаю пока. Давай. А ты здесь так много, жесть. Это хорошо. Реально хорошо. А чё тут такое? Ты открыл сундук? Я думал, что это... Я думал, просто там стоит сундук. Бля, как заебали эти дедмен-сундуки. Да что за пиздец ты такой? Тут мы забрали адскую печь, разграбили все вазы и сундуки. А также набрали немного огнецвета для бафа обсидиановой кожи. Небольшой перерыв на крафт зелий, и вот мы уже плаваем в лаве. Добыча холстоуна – очень расслабляющее занятие. Чего не скажешь про хардмодные руды. Так что все прошло без зазореньки. Себе я снова скрафтил инструменты и броню, а рекви обзавелся чертями. И чуть не забыл показать грань ночи. Просто один клик легендари. Что касается подготовки к стене плоти, тут все по классике. Постройка длинной дорожки с кострами да лампами и множество бафов. Ой, ладно. Я воин, кстати. Пчелонады. Ладно, это больно, overextend, да? Overextend. Слишком нагло было. Я подумал, что я бог тирай. На, реально, реген еле пробивает. Ну, один слизень, кстати, запает. Ну это легко было, прям очень. Да, это было очень легко. Ух, ядрить сразу нас вспомнились, ублюдки. Довольно странно у меня получается воин, учитывая, что за всю битву я не особо использовал классовое оружие. Вы наверняка могли заметить ее в хотбаре, но для этого прохождения я решил игнорировать этот имбалансный вид оружия. К слову, со стенки выпала именно эмблема воина, чему я был очень рад. Из хардмодных рут у нас генерировались кобальт, орехалк и титан. Практически идеальный набор. Ценой своей жизни я должен сломать. Да. А теперь валим. Че-че-че? Ты телепортанулся и сдох? А, или че? А че ты там делаешь? А, ты мой дом увидел? Нормальный дом. Чё тебе не нравится? С приходом хардмода как можно скорее необходимо позаботиться о новой экипировке. Монстры уже успели впечатлить уроном в 200 с лишним единиц. Пока реквизит выфармливал паучьи клыки для предметов призывателя, я успел возвести очередной микродом. На деле, конечно, не шибко красиво, да и строительных материалов у нас откровенно немного, так что оптимальнее строить коробочные общаги. Теперь под зельями шахтера я отправляюсь в опасные пещеры за новыми рудами. Для кобальтовой кирки достаточно 45 кусочков. Все же в 1.1 версии крафты из троицы руд были значительно интереснее и хоть как-то оправдывали большое количество залежей. С орехалком стало быть несколько сложнее. Он глубже генерируется, да и его больше нужно с учетом крафта наковальни. Зачастую я даже не успевал выкопать найденную руду. Уйдите! Уебать! Пиздец. Ты че такой? Из душ тьмы делается... Блин, я вообще не представляю, как с призраками бороться.
Надо вместе ходить, я думаю, мы сможем. Охренеть просто. Хотя первый раз про трейлер... Кстати, я все же замутил супероптимальное жилье, где абсолютно все несчастливы. Хоть и поздно, но к нам пришла зоолог. У нее продается очень много разного добра, которое разблокируется по мере заполнения бестиария. От маунтов до костюмов и даже оружия. Собственно, как раз купил себе рыцарское копье. What? Эта штука дамажит по единичке. Ланс, вот это копье? Как это возможно? Я не знаю. А, наверное, надо реально с коня бить. Это же как... Ну, ты понял, как всадник. И что, покупать маунта сперва? Ну, походу, а, да. А, если двигаться, то реально больше урона, кстати. Окей. О, это мимик, наверное. Вот это, наверное, мимик. Ну, то есть, не наверное, а 100%. Давай сейчас его убьем тогда. Сейчас я стол заберу. А где мимик-то? Под тобой. Нашел? Нет. Он диспавнился. Он вот тут был. А вот он! Кроме зоолога, к нам наконец-то пришел шаман. Правда, всеми любимые крылья в итоге занерфили. И по силе они стали на уровне демонических с ангельскими, что абсолютно справедливо. Я бы даже слабее сделал. Пока я докапывал руды, Рекви занялся охотой на ледяных големов. 295. Блять, ёбаный слизень, или кто это? Кого я, черт побери, прилетел? Сука, 1600 хп осталось у голема. Полный сет титановой брони дает новый бонус. При атаках генерируется защитный барьер из осколков. Видимо, разработчики поняли, что свойство сета было слишком хорошим и перенесли его на святую броню. С защитой я кое-как разобрался. Теперь нужно рейнджовое оружие на воина. Тут, конечно же, напрашивается ее, но, повторюсь, их использовать я не хотел. Соответственно, нужен какой-то стреляющий клинок. Есть лучевой меч, который выпадает со скелетов, но шанс дропа 0,67. У ледяной косы дроп-рейт еще ниже, 0,56. Хардмодный ледяной меч тоже стреляет, но падает с ледяного мимика, которого я, скорее всего, не смогу убить текущим оружием. Да и спавнится не то чтобы часто он. С гоблинов можно получить кинжал теневого пламени, но для этого придется фармить специальных монстров на краю мира, да и ножик сам по себе не столь сильный. С учетом Кримзона в нашем мире я захотел выловить и хоровый меч. Стреляет он быстро, накладывает сильный дебаф, да и убивать ради него никого не придется. И, пожалуй, это самый весомый плюс в моем положении. О, Рокфиш выбил реквизит. 32 мили дэмэдж. Нормально. Ранний хардмод. Да, чё тебя не устраивает палка? Ты просто хуяришь вроде. Ну типа ты разгоняешься, купи еще лошадь, и ты будешь вообще жестким. Скелетрона прайма на лошади прыгну как. Ну а прикинь, если это новая мета вообще в этом апдейте. Чувак, ты, блядь, не поверишь, я нашел легендарную черепашку. Ту самую. Не шучу, если че. В смысле, ты выбил? Да. Косо? Угу. Добрый Я день. Обманул тебя. Ладно, ладно. Как-то так и закончилась моя рыбалка. Зарядившись новым эквипом, пришла пора босс-файтов. В обновлении добавили королеву слизней. Это опциональный босс, и судя по качеству получаемого с нее лута, убивать ее нужно перед механиками. Напоминаю, что игру мы проходили в день выхода 1.4. На тот момент информации было не так много, и не вся она соответствовала действительности. Короче говоря, мы слабо представляли, как именно работает призывалка босса. Нам известно, что есть специальный кристалл, который находится в подземном святом биоме. Но были подозрения, что его разрушение моментально вызовет королеву, по аналогии с Плантерой. Даже если мы не убьем этого босса, эта арена послужит нам в будущем. Даже если эта арена нам не послужит в будущем, то у нас будет огромный прямоугольник, постой.
Даже если арена не понадобится, меньше блоков разрушать при полном разрушении мира в Террарии 1.4, кстати. Так, баф у тебя есть? Да. Я ломаю. Да, он выпадает. Я готов. Королева слизней. Ух, нихрена она. Она как-то... Что за музыка клауна? Сплэшит. Чипа, у него дэмэдж. Ёб твою мать. А что за хуйня? Что дамажит вообще? Она весь экран покрывает. У меня 0 хп. У меня тоже. Understand. Гоблины, как всегда, вовремя. И после неудачного захода на слизня, они уже поджидали нас дома. Лут подкачал, добыли 2 лука. Так как призывалка королевы все же выбивается в инвентарь, арену проще и лучше строить на поверхности. Медитативный процесс расстановки платформ прервался визитом скелетрона, которого мы еще не в состоянии одолеть. Только спустились набрать призывалок королевы, как началась кровавая луна. Игра всячески пыталась отвлекать от основной цели. Но вообще у нас была инфа, что во время Бладмуна можно выловить специального мини-босса. Подробностей, как обычно, было катастрофически мало, так что успеха мы не сыскали. Как рыбалка, не знаю, реквизит что-то там расстроен. Да, что-то, блять. Как-то так у нас рыбалка. Как и все прохождение сейчас. Следующая попытка убить слизня стала более результативной. Драться в открытом пространстве значительно комфортнее. Правда, вот вторая фаза застала нас врасплох. Босс начинает очень шустро летать и с большей силой закидывать всяческим дерьмом. На этом этапе я почувствовал себя максимально беспомощным и просто не представлял, как убивать слизняка косой. Паучки реквизита не слишком охотно цеплялись за такую шуструю цель, так что нам обоим предстояла прокачка. Это что-то жесть. Вторая фаза — это полное говно. Диме нужен был новый посох из обновления, который с маленькой вероятностью выпадает с летающих мечей в подземных святых землях. Я все чаще задумывался продолжить прохождение за стрелка. Несмотря на относительно неплохой показатель брони, меня точно так же, как и призыватели, убивает с нескольких атак. Фармить стреляющее оружие — сущая боль, а результат вызывает только сомнения. Да, все могло бы быть иначе с ее, но если уж играть за воина с рейнджовыми атаками, то почему бы просто не взять изначально задуманный для этого класс? Короче, мне захотелось крафтить ледяной сет брони. Он как раз подходит для воина и стрелка, поэтому в случае чего смогу сделать выбор. Конечно, снова придется фармить титановую руду, но с текущим персонажем сделать это будет проще. Да и ледяные ядра у нас как раз были. Когда с броней было покончено, я отправился на Вики выбирать актуальное оружие. Как и в случае моего последнего прохождения на канале, буду крафтить ониксовый бластер, который недавно добавили в Майнкрафт. Вот она, справедливость баланса. Этот дробовик крафтится очень просто, практически в начале хардмода, а при желании пользоваться им можно вплоть до плантеры. Почему так? Непонятно. Темные осколки у меня уже были, дробовик купить несложно, осталось только душ насобирать. Возвращаемся к теме нерфов обновления. К сожалению, убрали фарм душ через короля слизней, но нужно не так много, так что невелика потеря. К третьей попытке я стал полноценным стрелком. Не буду показывать весь босс-файт, первую фазу вы как минимум уже видели. Здесь просто все шло увереннее и быстрее, так что скипаем сразу к мякотке. Так, надо ее развернуть как-то. Зельем гравитации реально удобнее. А может и нет. Но что-то с ним можно сделать. Блин, слишком много говна. Сука, все-таки задела какая-то какуля. Ай-яй-яй. У меня очень мало хп. У меня тоже. Я отлетел. Блин, на 39 секунд не ждать, пока я зарегенюсь. ГГ. Да, абсолютная ГГ. Слишком много слизней, ёб, приспешников.
Бля, чё их так много, ну это пиздец. Они всю территорию, сука, оккупировали. Они лоу хпшные, но их слишком много. Слизни сместились вправо, если сможешь прилететь налево на арену, то будет найс. Я сейчас, если перелечу на другую сторону, я сдохну точно. Так я веду к нам на спаун. Окей. Зельем гравитации надо ее убивать. Полюбас. Просто как-то натренировать это говно надо. Я ее очень много снял. Пока да, еще. Сквозь мяч шарик пролетел. Да, она тут еще? Да. Ты жив? Да, я жив. Окей, она почти мертва. Я убил. Найс, найс. Пиздец. Ну это жесткий босс был. Это был жесткий босс. Ну слушай, зелье гравитации реально зарешало. Новый сет брони — своеобразное улучшение комплекта ниндзя. Не привязано к конкретному классу, повышает шанс крита, урон и скорость бега. На деле проходниковая броня со слабенькими параметрами. Разве что мувспид действительно неплох. Также выпал улучшенный маунт слизень, на котором можно полетать. Экспертный артефакт периодически выстреливает из игрока снарядом, который пробивает несколько врагов. Ну а в мастер-моде, как обычно, выпадает ненужный трофей. Есть ли смысл убивать этого босса? Да скорее нет, чем да. Уж слишком этот слизень много внимания требует, а награда по большей части в утилити-шмотках. Там как раз телепортирующий хук реквизиту выпал. В принципе, маунт еще раскроет себя в следующей битве. На данном этапе мы выжили практически максимум из доступных ресурсов. По факту уже были готовы к механическим боссам. По крайней мере, к близнецам точно. Ониксовый бластер отлично подходит для борьбы на средних дистанциях, и при точной стрельбе вся дробь заходит в хитбокс босса. Текущие предсложники реквизита и его хлыст тоже оптимальны на этот бой. Так, ну спазматизм его купим. Тебе, наверное, не сильно удобно, когда я так с ним один-один летаю. Да, на самом деле. Старайся тогда поменьше того дамажить, чтобы мы их вдвоем не перевели во вторую фазу. Ну, а у меня дамажится они в любом случае. Я понял. Да, блин. Надо ниже брать. Кстати, маунт слизень очень крутой. Он позволяет моментально подпрыгнуть в воздухе. Да. Типа ты можешь лететь, нажать его, и он тебе дает прыжок. Прикольно. Почти вторая фаза. Пошла. Я еще ни одной хилки не выпал. Надо было сплинуть. Блин, у меня дамажит ретинайзера, нужно к тебе как-то. Вот, получше уже. У меня очень мало хп. Я улетаю. Летить у него поджог, конечно, летейший. Угу. Да, блять, подохни, ну пиздец, сколько у него хп-то. Все, он умер. Окей. Чё-то у него, да, в конце как будто миллиард армора. Да, вот, конечно, ретинайзер — это пиздос против меня сейчас. Надо тебе его как-то на себя взять. Да, я уже взял. Причем я его пробиваю очень сильно. Вторая фаза. Окей. Блин, слизень очень маневренный, слушай, вот... Окей, знаешь, этого босса стоит хотя бы ради слизни убивать. Это топовая тема. Наверное, один из лучших маунтов, что я юзал. Жестко ему по лицу хлыстом надавал, прям смачненько так. Нормально, красиво. 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 С уничтожителем все было не так радужно, как с близнецами. Самоны призывателя очень плохо цеплялись за босса, и в итоге червяка я убивал практически соло, вследствие чего урона не хватало. Не, я на этом боссе на удивление вообще... Ну, то есть не то, что на удивление, но я вообще практически ничего, блять, не наношу. Просто ноль.
кем бы я ни пользовался. Затем на нас напали пираты, и из корабля выпал очень крутой летающий маунт. Это мастер-модовская шмотка, которую можно использовать до конца прохождения. На старте летучий голландец совсем чуть-чуть медленнее НЛО, но он быстро разгоняется и дает высокую скорость. Я нашел интересную фичу, которая позволяет получить максимальную скорость на старте. Прежде чем сесть в корабль, делаем рывок с помощью щита Ктулху. Освоив эту небольшую механику, можно неплохо уклоняться от многих атак и шустро бороздить просторы мира. Мы снова попробовали убить уничтожителя текущим сетапом, но было это слишком безнадежно. В итоге я просто зафармил Дедал. Правда, Террария, как обычно, затроллила, и адекватного наземного биома Святых Земель не сгенерировалось. Следовательно, ни о каких Святых Стрелах и речи быть не может. Пришлось перетаскивать жемчужный камень из пещер на поверхность и делать площадку для спауна единорогов. Долго фармить не пришлось, один рог расходуется аж на 200 стрел. Погнали. У тебя есть призвалка червя? Не, нихуя у меня нет. Нормально, мы червяка пошли убивать. Давай тогда убивать этого ебателя, короче. Давай. Сука. Короче, сперва убили ебателя, а потом и червя. Было несложно и скучновато. Ну и с этого момента Дима однозначно понял, что его призыватель крайне плохо справляется с босс-файтами. Мастер-мод, ну, никак не меняет паттерны боссов, а я не нингишу, чтобы показывать вам хай-квалити Омега Додж Механикс в Террарии. Так что не обессудьте, но сегодня без полных битв с механиками. Со смертью уничтожителя подошел к концу наш первый 22-часовой стрим. Был, конечно, вариант досидеть еще пару часов для полных суток, но на деле в этом нет смысла, кроме выпендрежа. Реакция была заторможена, на какие-то банальные действия уходило значительно больше времени и случались тупники. Мне всегда хотелось попробовать провести подобный марафон. Почему-то я не сомневался, что это не сильно сложно, но закрепить практикой приятно. Вряд ли такие ивенты будут часто проходить. Отсыпаться после стрима и терять фактически день жизни, когда можно провести несколько трансляций со свежей головой. Странное извращение, но что-то в этом есть. Да и сообщения в чатике в духе «Я успел посрать, пожрать, сходить на работу, а вы еще стримите?» со временем перестали вызывать улыбку. Доброе утро, но не для парамеханика. В общем-то, к нашему дому стремительно подбирался Кримзон с двух сторон. Плантера еще не повержена, поэтому распространение заражения на пике своей силы. Стимпанкеру не нравится сожительствовать с дриадой, да и теплый климат ей более по душе. Покупать очиститель за 3 платины определенно дороговато. Оптимально поселить ее возле данжевой пустыни. Во-первых, это быстрый способ добраться в левую часть мира. Во-вторых, после плантеры нам предстоит фармить хардмодный данж. Для покупки пилонов нужно минимум 2 нипа. Я играю за стрелка, а оружейник тоже с теплом относится к этому биому, так что подселяем его сюда же. Хоть и дорогое это удовольствие, но границы нашей деревни стали почище. Убийство механиков открывает новые горизонты. Я уже успел скрафтить новую кирку, эмблему Мстителя и, как полагает любому уважающему себя стрелку, создал мега-акулу. Также настала пора поднимать здоровье при помощи фруктов жизни и добывать хлорофит. Заход оказался весьма плодотворным. За небольшой промежуток времени выросло много лайфрутов, и мне не хватало всего одного сердечка для 500 хп. По пути было найдено много бутонов, да и хлорофита я накопал на новый сет брони. Прямо сейчас не могу его скрафтить. Нужно победить плантеру, дабы в продажу трюфеля поступил автомолот. Но хотя бы хлорофитовый арбалет доступен для крафта. Он еще и с неплохим аффиксом вышел. По характеристикам урона даже меньше, чем у святого аналога. Однако не стоит забывать про тройной выстрел. Перед убийством плантеры мы с реквизитом снова попытались выловить босса во время кровавой луны. С прошлого раза как раз осталась призвалка события, но она даже не понадобилась. Игра устроила нам небольшую халяву. Ой, нам повезло! Жесть! Читка игры, кстати. Нормально так. Инфа все еще была кривая. Нам говорили, что наживка для босса выпадает из обычных монстров Бладмуна, и на деле мы ничего не выбили. К следующей попытке ребята из чата уточнили, что из особых монстров, которые вылавливаются при рыбалке, выпадает новый лут. Это не я. Да? Да. Серьезно? Почему, когда мы хотим призвать кровавую луну, нам так везет? Окей. Причем она так совпала с моим кликом, я смотрю, звука никакого нет. Вот так выглядит один из возможных мобов, которых нужно фармить. На мастер-моде они ощущаются полноценными мини-боссами, и поверьте, убивать их придется немало. Помимо ультра-редкого дропа оружия, выбиваются чамбакеты. Это специальный расходник, который нужно закидывать в водоем для повышения фишинг-пауэра. Сам по себе чамбакет не влияет на шанс появления монстров, но
Во-первых, в сочетании со специальной уточкой вероятность выловить монстра будет все же удвоена. Во-вторых, фишинг пауэр так или иначе повышен. Следовательно, частота улова тоже увеличивается. Рыбалка в террарии не такая простая, какой кажется, и даже формула имеет место быть. На англоязычной геймпедии во всех подробностях расписан этот процесс. Что важно знать прямо сейчас? У нас не было специальной удочки для ловли монстров. Она вообще выбивается до хардмода также во время рыбалки в Бладмуне. Даже с третьей попытки, когда кровавую луну уже вызвали мы сами, нас постигла неудача. Мы не то что не убили Наутилуса, мы даже не увидели его. Призывалок луны больше не было, ждать маны небесной непродуктивно как-то, так что мы стали готовиться к Плантере. Уже знакомая арена королевы пчел начала расширяться при помощи динамита. К слову, постройка арен на мастермоде тот еще хардкор. Хотя принцип в данном случае никак не меняется. Очистить как можно больше территории и вылить мед на дно, чтобы колючки увязали в нем. Просматривая сейчас футажи, понимаю, что можно было сделать арену побольше в ширину. Ну, начало хорошее. Блин, какой-то блок вонючий остался, чувак. Это для свечки этой лампы. Не-не-не-не-не, там другой еще один посередине. Да? Да. Я пытаюсь разглядеть, пока не вижу. Он вот прям бесячий. Вот, опять я в него уперся, сучка. Сейчас сломаю его. Слушай, с этими стрелами просто ад. Ну, типа, очень хорошо идет. Так, и хора немного. Ой, не то. На ходу, конечно, меняет стрелы, очень неудобно. Ой-ой-ой. Ох, профризила, как игра. Ой, блядь. Я тоже застрял. Нихера себе, что натворит? Я сдох. Блядь, и я сдох. Я просто в этих застрял, в колючках маленьких. Ну, собственно, так и вышло. Первый трай оказался летальным для нас, после чего арена подверглась небольшому апгрейду. Бля, реквизит. Чё такое? Да так, ничего. Что это такое, реквизит? В смысле, а как это произошло? Я не кидал здесь мед. Ой, бомбы. Ух. Ну, сплевало, кстати, с выхода мало дамажит. По 40 с чем-то. На блейхоровые пули скрафтить, чтобы не приключать стрелы. Что будет? А нет, еще не сейчас. Тур-тур-тун-тун. Девочка бесится. Надо было щит все-таки снять. Я не снял. Ой, блядь. Угу. На этом можно дожить нормально, понял? На летающем голландце. Рывок на щите Ктулху, а потом сразу на маунта. И прям улетаешь нахер. Ну, не всегда, если зажимает, то жопа полная. Но, в принципе, работает. Бля, у меня очень мало хп. Ну, а пока на мне, пока терпи тогда. Угу, 7 секунд до отхила. Я просто спавню, но мои стрелы должны попадать в нее. Лишь на всю арену они. Девочка, прекрати. Так, захилился. Надо добить этих клещей мелких. Ай-яй-я.
Ну, блин, на самом деле этот... Сет реально хороший из-за своего бафа. Фух, ну, нормас, нормас. Нормально, да. И прям хорошо сыграла свою роль. Не зря мы готовились так жестко к ней. С Плантерой мне ничего не нужно было. Но теперь пора заделываться грибником и фармить нереальное количество материала на грибные слитки. Пара нужных биомов у нас уже найдены. Тут только вопрос времени. И заселил дриаду в один из тайников. Семена понадобятся для трюфеля. Эпопея с кровавой луной продолжается. На этот раз мы смогли вытащить босса, но не успели его убить, как наступило утро, и он одеспавнился. На этом новый контент обновления не заканчивается. Как раз до начала Бладмуна мы пытались выбить пустынный ключ. Им, как и другими биомными ключами, открывается сундук с уникальным лутом. По закону подлости, выбить ключ можно только в случае, когда конкретная шмотка даже не нужна. Целенаправленно хантить предмет шансом дропа 0,4% — занятие невероятно нудное и долгое. Синие свечи, десятки зелий битвы, даже немного зелий удачи никак не спасали ситуацию. Мы фармили во время песчаной бури, ночью, и в итоге закопались под землю. В очередной раз при помощи динамита успешно образовалась арена. Также мы играли на версии, где обычные факела понижают удачу. В процессе фарма все факелы были заменены на соответствующие пустыни. Хоть в пещере спаунрейт показался более значительным, но все про все ушло 2 часа жизни. Это с учетом, что нас было двое, и мы на 100% погрузились в дело. Я бы сравнил этот фарм с попыткой выбить Джезл Раздора. Настолько же утомительно было. Как... Блять, выпал! Да? Да. Да ладно. Да. Охренеть. Сириус, ты просто на рандомище? Да, с этого, который телепортируется и стреляет какой-то жижей. Охуеть, дай посмотреть на него. Пиздец, чувак, ну-ка дай. Жесть. Я настоящий, даже не в фармзоне был, прикинь, просто шел к ней. Настоящий, пиздец, сколько... Ну это жестко. Но мы хотя бы знаем то, что он существует теперь. Да. Буквально завершив гринд ключа, началась, не поверите, кровавая луна. Очередная неудача, но из хорошего зафармили 3 кровавых слезы. Еще, наверное, прилетела на такой дистанции. Какого хрена она прилетела? Ты жив? Блять, нет, я сдох, чувак. Он просто зафокусил меня. У него там 2000 хп оставалось. Ну, у него даже меньше, чем 2000 хп, у него, наверное, хп 300 осталось. Или откуда Виверна на такой дистанции? Я не знаю, она постоянно, она уже второй раз прилетает. Драться с Наутилусом на краю мира, где спавнится миллиард монстров, не сильно удобно. Так что я зафигачил искусственный водоем недалеко от дома. То ли закон подлости, то ли наше очередное невезение, но почему-то мини-босс зачастую призывался под конец ночи. Сука! Я не удивлен! Сука! Вот ты гнида жопы! Я нормально, нормально, нормально. Там сердечки, сердечки возьми на платформе справа. Ой, пиздец. Все, он улетел, да? Не надо было рашить. А, он еще тут, еще тут. 30 секунд, 25 секунд. Четыре тысячи хп, 3000 хп. Убиваю. Убили. Всё, найс. Классно с него выпал призыв кровавой луны, да? С него ведь выпал призыв кровавой луны, да? Я не знаю, что с него выпал, если честно. Я подорвал какой-то Bloody Tear один. Да, это вот и есть. Ну, успели, кстати, на последних секундах. Итоговый лут, конечно, подкачал. Но самое главное, что мы наконец-то победили. Теперь со спокойной душой можно зачищать хардмодный данж. Отсюда мне нужно немало предметов, а конкретно дробовик, прицел, снайперская винтовка, снаряжение ниндзя и пара аксессуаров для щита Анг. Чтобы все это выбить, достаточно 2 подбиомов, один из которых я уже принялся расширять. Также у нас завалялся джунглевый ключ, поэтому грех не забрать пиранью пушку. Причем в обновлении ее бафнули. Теперь вместо одной пираньи вылетает 3. Сперва кажется, что это достойное усиление, но не стоит возлагать на него большие надежды. Ах да, мы так усиленно фармили ключ в пустыне, и я даже не показал, что же он открывает. Вот такой тигренок достается призывателю реквизита. Вроде как он вполне силен, но, как и многие другие прислужники, не может летать.
Исследовав весь данж и выбив все, кроме снайперки с прицелом, стало ясно, что второй биом просто не заспавнился. Учитывая, что дробовик уже есть, пережить потерю снайперки можно, а вот играть за стрелка без прицела не так приятно. Мы создали новый мир, в котором добыли фоновые стены данжа. В теории, это должно создать мини-биом, где спавнится снайпер. На практике это так не работает. Более того, замена стен уничтожила в конкретной области данж, и тут начали спавниться ледяные черепахи. Бля, чувак, там прицел выпал, прикинь. Че? Там прицел выпал. Где? В данже. Клип скинули? Да. Вот он. Жесть. Но как? У каждого подбиома есть классификация монстров, но с маленькой вероятностью уникальные скелеты могут появиться вне своей зоны. То есть повезло, что монстр в принципе заспавнился. Здорово, что это был снайпер и с первого же выпал прицел. И как же замечательно, что это заметили зрители. Настолько большой удачи можно только позавидовать. Разобравшись с данжем, предстояло добыть хоть какое-то адекватное оружие для реквия. Повторюсь, тигренок не может нормально атаковать летающих монстров, а это значит, что буквально со всеми боссами невозможно драться. Использовать близнецов или Blade Staff совершенно не актуально, а солнечного затмения ни в какую не падает посох сфер. Лучшим сейчас вариантом будут вороны с тыквенного короля, да и себе коломет зафармить не помешает. Посох долго не выпадал, так что пришлось проходить ивенты аж 4 раза. Так, тебе прилететь или... Не-не, нормально, нормально. Окей. Да, блин. Выпал. Все, найс, окей. Учитывая, что у меня появился дробовик, да и в дальнейшем так или иначе потребуются хлорофитовые пули... Я задумал построить ферму, которая будет потихоньку пополнять запасы этого ресурса. Перейдем ближе к самой ферме. Для ее постройки вам потребуется 6 кусочков хлорофита и примерно 150 блоков грязи. Так как... Ну, кстати, немного. У меня 5 кусочков хлорофита! Ферма отменяется. Не буду в подробностях объяснять, как строить эту конструкцию. Гайд до сих пор актуален, посоветую разве что 2-3 фермы сразу фигачить. Да и в текущих реалиях сюда круто гоблина с механиком заселить. Будет шмот дешевле точить, монстров меньше появляться и быстрый телепорт на ферму. С тыквенных лун как раз вышло много золота, так что я покачал некоторые ништяки. На повестке дня голем. В почнотах указали, что наконец-таки его реворкнули, и вроде как он должен ощущаться посерьезнее. Как по мне, этот босс никогда не соответствовал своему образу. Особой подготовки не требует, да и спрайт с анимациями у него тухлые. Это просто обязательное звено перед финалом игры. Неизвестно, почему такой отстойник охраняет запечатанный Плантерой храм. Да что ж там, голем даже скелетрону проигрывает. Огромный летающий череп с костями, который вызывается из трупа деда, да еще и ваншотит, если попытаешься обманом проникнуть в подземелье. Вот это настоящий страж. Писать захотелось, кстати, очень сильно. После босса реквизит. На этот счет. После босса? Только после босса. Чтобы была мотивация убить его. Прям очень хорошо, а потом оттасаться вдоволь. Давай, заходи, тогда я закрываю. Реквизит, реквизит! А-а-а! Кстати... Ну, это первая фаза. Можно чисто вот так делать. Ну, чисто дерганый какой-то, да? У тебя тоже? Ну, он дерганый из-за того, что видишь, его хуярят. Ой-ой-ой, пошло ага. Дело. Так, руки отстрелили, да? Чё у него с башкой, смотри? Не знаю. Ты видел? Все это время мои хлорофитовые пули стакались там, где его голова, и они его бабахнули просто. Я сдох. Это самый простой босс в мире, по-моему. А почему он стал... Он еще проще, по-моему, стал. Он реально стал проще. С первой попытки нужный лут, разумеется, не выпал. Зато стало ясно, что фармить его просто. Так что изменения баланса явно сыграли в минус. Из добычи мне необходимо было выбить аксессуары. Глаз голема и солнечный камень. Это, конечно, заняло какое-то время, с другой стороны, неплохо подфармилась золотишко.
Блять. Что-то у меня, походу, этот откат был зелье. Я не посмотрел, сори. Опять, знаешь, как на этом, на талом. На одном, да, на тончайшем. Выпал. Найс. Ну все. После крафта ультимативных аксов я начал подготавливать арену на основе ловушек из данжа. Нам предстояло пройти еще три нашествия. Морозную луну, марсиан и попробовать армию древних. На луне задерживаться не придется, достаточно выбить миниган. Призывателя в плане лута обделили. Свою пушку я заполучил, правда, арена пригодилась разве что на самых первых волнах. По идее, сейчас мы просто подтягивали хвосты. Перековывали предметы, ловили рыбу и наутилуса, выфармливали недостающие компоненты типа Назара и Лунного Камня. А совсем разобравшись, осмелились бросить вызов Императрице Света. По ночам реквизит охотился на специальных бабочек, смерть которых и вызывает босса. Какая красотка, а? А почему они бафнуты вообще, кстати? Здесь она дерганая. Здесь она какая? Это какой-то Hollow Knight, блин, босс. Обалдеть, реально. Охренеть, ну запарились, запарились. Визуально так точно. Жесть. Что вообще? А как ее днем убивать? Я сдох? Я тоже. Так, налево, налево, полетели. Бля, она за мной, чувак. Можешь я сюда выменить или нет? Да, иду, 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 иду. Ок, ок, ок. Хуёвая идея, чувак, лететь налево. А чё? Она таранит. Я пока нормально стреляю, очень сильно в неё. Она таранит, но дожить можно. Это похоже на Geometry Dash. Когда она выпускает шипы вот эти. Ну я жду тебя здесь, на арене, наверное. А чё, да, серьезно? Ну да. Ну пока что вот эта страта, типа, лететь в одну сторону, нормальная, видишь? Я вообще урона не получаю. Она телепортироваться может. Я так не смогу, если чё, потому что у меня миньоны так не работают. Ну да, походу, так и надо ее убивать. Типа рили, ты вообще урон не получаешь? Ну, сейчас должен был получить, но прокнула таби. Ну, не таби, а ниндзя сет. Бляха, верно. Лампы-то, кстати, да, мы не поставили в итоге. Здорово, реквизит. Здорово. Где она? Да она со мной. У меня музыка босса закончилась. А ты, блин, где? Я не могу так летать, потому что мои вороны не достают до нее, увы. Значит, Я вообще урон так не буду наносить, мне придется вокруг летать. Выбиваем еще один пулемет и хлорофитовые пули? Да, хз, если честно. Хоть что-то полетает, пролетает из моего, не? Да. Ну, конечно, в Солянова ее куда удобнее убивать. Я так скажу. Бля, атаки у нее, конечно, просто ебатель. Честно, даже непонятно, что конкретно дамажит. Блять, 350 дэмэджа, если она вылетает в тебя. Ну, хуй знает, как. За призыватель ее нормально убивать. За стрелка понятно, можно так летать. Либо мне тарелки нужны, рили, чтобы они стреляли в нее. Блин, как красиво. Ты это видишь? Нет, не вижу. Такую атаку балдежную кастанула. Ну, я сдох, она меня затаранила, я не успел задожить. Ну, короче, мне, в принципе, легко ее кайтить. Ну, а что тебе делать, не знаю.
Из пары попыток стало ясно, что призыватель реквизита не сможет так же кайтить. Более того, по ощущениям, сражаться с боссом гораздо удобнее в соло. Был вариант убивать ее мне одному, но это довольно отстойно по отношению к Рекви и нашему кооперативу. Так что мы решили пройти марсианское безумие и герцога Реброна. В обоих случаях можно выбить новое оружие для призывателя, которое, возможно, чуть лучше подойдет к предстоящей битве. С обновлением даже марсиан успели прокачать. Лазер летающей тарелки может пробивать блоки насквозь. К слову, этого же бафа удостоился Мунлорд. Также перераспределили выпадающий лут. Теперь с маленьких инопланетян можно вытащить хук, бур и бафнутый в 1.4 бластер на мага. Кстати, зацените, как красиво за кадром вырос хлорофит. Несмотря на всевозможные бафы с уменьшением расхода патронов, пули улетали только так. Глянь, смотри, реквизит! Полный хлорофит. Как красиво, а? Нормально. Дюк Фишрон. Такой, конечно, глистарик. Не понял. Зачем босса обзываешь? Ой-ой-ой, бля, вот это я зря сделал. О, я не бахнулся. Только сейчас бахнулся. Ну, пока что плавно. Первая фаза. Уже радует. Пока на меня сагрит. А че его не бьют-то вообще, челы? Или бьют? Вроде бьют. Ник Friendly Fire. Ой, точнее наоборот. Ой, реквизит, отстань, пошел ты в попку, попку. Ты бешеный, что ли, сумасшедший? Да капец, я как герцог Реброн. Так, все, он сейчас будет невидимый, да? Он сейчас будет мертвый. Одем? А, вижу. А, на него хлорофит перестал действовать. Етить. Да. Ну, реквизит, он твой. У него вообще не таргетится мобы даже, лол. А я сейчас сдохну. А не надо. А может, убьете его, дебилы? Окей, что-то, короче, залетает, но, типа так, спорно. А чё мобы... Блядь, призыватель ёбнутый какой-то. Ноль, блядь, помощи. Вообще, ну пиздец. И как? Что мне делать? Плёткой его бить по жопе, чтобы у него она красная становилась? Красная жопа. Бабуина. Ух, реквизит, я герцог Реброн. Ух, тише. С чего нам одинаковое говно выпало? Они, кстати, не закручиваются, флайроны. Да, кстати. По-моему, это первый раз, когда я убиваю герцога Реброна на эксперте. Ну, если быть точнее, то теперь на мастер-моде. Буквально со второго мешочка выпадает посох и крылья, так что, подкачавшись, возвращаемся к девочке. Все, пошли. Пошли, пошли, погнали, реквизиточка! Ладно, это было тупо. Я полетел. Я тоже. У нее только одну атаку надо дожить. Две. Рывок и вот эти bullet hell штуки. Я не знаю, дамажат они вообще, не дамажат сейчас. Когда лучи появляются по карте, понял? По-моему, нихуя не дамажат. Не, дамажат, но не все. Они иногда телепортируются в нее. Bullet hell штуки, bullet hell штуки. Направо, направо, направо. Летим направо. Опа! Реквизиточка, идишь. Джинкс, в скобочках. Ну, вроде хоть что-то наносит получше, чем вороны, но все равно мало. Ну все, кстати, мы бы сейчас сдохли. Будет да. Нормальный трай. Но это жестко, конечно. Такая чисто хардкорная штука для задротов. Вот какой смысл вообще так делать? Могли бы другому боссу такую фичу сделать. Потому что этот босс, ну, перед Мунлордом фактически. Ты слишком... Блин, я уже сдох. Нет, ты жив. Ну, я бы сдох еще раз. А, я понял. А вот теперь я сдох. Захоронила? Да. Если ты развернешь сейчас налево, то в целом... Ну нет, ну ладно, окей, лети налево.
Да, конечно, эта штука довольно долго поворачивается. Ой, ебать. Извините за мать. Мать. Нет! Ну, это похороны. Я застрял, блин, в домах НПСников. 28 секунд, реквизит, живи. У нее 4 хп. Даже меньше. Блин, если она не будет вот так меня таранить... Я на карту бы не смотрел. Фак. 15. Ну вообще не, нихуя не делают мои саммоны, если честно. Ну просто живи хотя бы. Я живу. Одна хп! У, хорош, тише. Ху-ху. Как, блядь, за призыватель ее вообще убивать-то нормально? Что делать? Что? Кого? Ты налево полетел, что ли? Да, это единственный вариант, куда я мог лететь. Я понял. Моя остановочка, как говорится. Ты бы видел, как я сейчас задоджил? Бля... Убил! Жесть! Я чуть не сдох! Ты прям вовремя! Блин, это так тупо, я вообще ничего практически не делаю. Вообще просто ноль какого-то импакта. Не самое красивое убийство, но победа есть победа. Выпал какой-то фонарь на мага, а Диме самый красивый лук в игре, которым я впоследствии буду пользоваться. Также внимание стоит экспертный предмет босса. Он дает бесконечный полет на ботинках и крыльях, а они все же значительно мобильнее любого маунта в игре. Помните тот стрёмный видос из 2016 года? По факту, это единственный раз, когда я проходил армию древних. Было это на нормал моде, на максимально прокачанном герое, да еще и с хахином в коопе. С тех пор, и даже после создания этого видео, данное событие не дает мне покоя. У меня всегда ощущение, словно там зарыт какой-то скрытый потенциал. Но все просто забывают, что подобный режим вообще в игре есть. Как и планировалось, я уговорил реквизита пройти этот ивент. Все было бы совсем гладко, но событие построено таким образом, что с первой попытки его не одолеть, потому что просто не будет нормальных турелей. И мне это нравится. В какой-то степени, по крайней мере на мастер-моде, армия древних оправдывает свою суть Tower Defense. Мы сообразили, что будет разумно скинуться медальками, дабы купить один посох на двоих. Ману можно спокойно передавать во время события, а так как реквизит призыватель, урон турелей будет бафнут его предметами. План сработал. Когда прилетела Бетси, я загрел ее на себя, чтобы она не фигарила кристалл. Электрические ловушки и миньоны призывателя спокойно отбивали остатки армии в этот момент. Это немного не тот экспириенс, который я хотел получить от прохождения события, но все равно остался доволен. Лут нам, конечно, совсем не по росту, да и не ради него все это затевалось. Теперь начинается самый душный момент нашего прохождения. Убийство Императрицы Света без урона. Повторюсь, стрелок спокойно может лететь в одну сторону. Это значительно упрощает уклонение от атак босса. В свою очередь, миньоны реквизита справлялись с этой задачей куда хуже, и босс находился вне досягаемости прислужников. Понятное дело, что рекви не по кайфу, когда я соло убиваю босса. С другой стороны, мне тоже не сильно доставляет бесконечное топтание на месте. В итоге, спустя несколько безнадежных ночных тренировок, мы договорились зафармить небесные башни. Культист никогда не был серьезным боссом. Собственно, ему и не нужно, учитывая, какие сложные появляются пилоны. Чего, бля? К счастью, прогресс ивента не сбрасывается после смерти, иначе выбивание фрагментов не на шутку затянулось бы. И это еще наши башни самые безобидные. Так как у меня два грибных шлема, один на стрелы, второй на пули, то и оружие я тоже скрафтил два. Мы не стали игнорировать халявную попытку убить Мунлорда и успешно отъехали от него. Сразу стало понятно, что здесь наблюдается схожая проблема. Мунлорд таргетит одного персонажа и словно приклеивается к нему, из-за чего второму игроку приходится подстраиваться под странную траекторию движения босса.
Так или иначе, у нас буквально лучшая из возможных экипировок. Мы даже мозг Тулуху использовали. Его переработали, и он дает шанс на уклонение от атаки. Это хорошо синергирует с этим ниндзя. Был вариант пожертвовать характеристиками в угоду еще большему проценту на додж за счет святой брони, но все же остались при своем. Кстати, первые две попытки были вполне неплохими. Другие атаки немного. Так, вот сейчас хуйня будет. Налево? Ага, я умер. Сука. Найс, трай, тише, ну видишь, это возможно, мы сможем. 7 секунд. О, ниндзя сет. Блин, неудачно. Неудачно она спустилась сюда сразу. В перерывах я оформил хлорофит, который моментально расходовался на патроны. И даже выбил черный пояс, который попытался использовать вместе с мастер-сетом. Обидно, но, как оказалось, они не сочетаются. Параллельно реквизит добывал новых бабочек, и некоторые из них уходили на совсем уж быстрые траи. Блять. Чё-то... Зузу хэнс. Вот это говно меня убивает постоянно, чувак, ты понял, да? Такие рывки слэш-телепорты босса — это очередной косяк коопа. Императрица моментально меняет таргет и спокойно инстакилит персонажа своей тушкой. С каждой попыткой, плохой или хорошей, мы подбирались все ближе к блаженному успеху. Порой даже слишком близко. Блять. Налево. Я отошел направо, сори. Блять! Нет! Сука! Сука! Чуть-чуть! Блять, ну. Давай. Таран? Бля. Я резнулся. Трайфаза. Я вправо лечу. Бля, мечи! Мечи Ануса, блядь! Прокнул этот. У меня прокнул мозг. Это трай. Пошла нахуй! Пошла нахуй просто. Конечно, спустя 3 месяца эта победа покажется не такой значительной, и сейчас все прекрасно понимают тактику. Вообще, через 4 месяца, но кто ж знал, что так затянется монтаж. Для нас же это было фактически убийство вслепую, на пробах и ошибках. За счет кооператива каждая попытка была эдакой рулеткой, где неудача — это внезапный таран при смене цели у босса. Абсолютно аналогичная ситуация следовала на Мунлорде. Тут, конечно, заходов значительно меньше, но смерти были примерно по тем же причинам. Прилетало какое-то говно с края экрана, которое просто не успеваешь задоджить. Босс как-то тупо меняет приоритетную цель. Ну и, пожалуй, самая главная проблема — это существенная разница в наших классах. Стрелку выгодно находиться в максимально удаленной точке и спокойно накидывать хлорофитом. А вот у призывателя, даже не самым плохим драконом, все еще наблюдаются трудности ведения боя. Шлепать Мунлорда хлыстом, когда его атаки отламывают добрую половину хп, сопоставимо с самоубийством. Вот и получалось, что один из нас находился в таверне, пока второй наносил основной урон. У меня 3 минуты дебаф на сломанный армор, реквизит мне... Я вот так сделаю. Знаешь, что я сделал? Я гений! У меня 5 миллионов IQ! Что сделал? Снял всю броню? Нет! Я надел щит Анг, и он снял. Блять, опять, ну пиздец, ну какая хуйня.
Она мне опять дает. Вверх лазер. Я вообще ничего не вижу. Скажем так, вот этот троек говно был, конечно. Не знаю, лучше походу всегда держаться сверху от него или как? Я сейчас слишком высоко взлетел, и во что-то врезался даже. Ты там как? Ну, 2 секунды еще. На карте чекни, где я нахожусь, чтобы ты мог нормально подлететь. Да, я чекаю. И учти, что за мной это, ну, ракета. Не, нихуя не чекаю, я не вижу где-то вообще. А, вот, я вижу. Лазер против часовой. Все, окей, здорово. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Край карты. Блять, ну это пиздец. Как... как вообще, типа, угадать, когда глазики будут атаковать? Этого я не знаю сам. У них такой далекий лазер, и они из ниоткуда просто стреляют. Мне опять лазером стреляют. Ну ты хорошо живешь, как я погляжу. У меня последняя фаза, сердце. Я понял. Ты прилетишь, потому что у меня капец по хп. Любая тычка, я блядь, отмер. Пока выходил из дома, словил хит. А он больше не может лазером стрелять или может? Глазики стреляют. Только глазики? Да. Я захилился. Один глаз на мне. Так, вы прям в самом верху. Пиздец. Ну это пиздец. Тебя глаз убил? Да. Ты убил его? Угу. Найс. Я не знаю, если честно, как ты выживаешь на нем. Вот и все. Террария пройдена. К концу прохождения накопились некоторые мысли касательно баланса и самого апдейта в целом. Учитывая, что обновление совершенно бесплатно и своего рода это quality of life, где не стоит надеяться на масштабный геймплейный контент, вышло вполне сносно. За счет работы над мелочами и погодными условиями мир игры воспринимается гораздо живее. Лианы покачиваются, листья несутся по ветру. Это круто. Новая система расселения жителей тоже приятное нововведение и сильнее раскрывает игру с точки зрения песочницы. Блоки, наконец, можно заменять, не разрушая наставленные декоры и сундуки. В общем-то, нет смысла углубляться в анимации, звуки, музыку, текстуры. Все это хорошо обновилось, и основная цель апдейта выполнена. Однозначно, в Террарию стало приятнее и удобнее играть. Однако большинству игроков, я уверен, на все это насрать с высокой колокольни, потому что старички жаждут геймплея, контента. После в какой-то степени прорывного эксперт-мода на режим мастера я возлагал надежды, но вскоре они посыпались. На этой сложности просто подкрутили циферки монстрам, чтобы крутящаяся черепашка ваншотала игрока. Конкретно мы с реквизитом ожидали увидеть новые атаки у боссов, как это было в эксперте. Ничем подобным здесь не пахнет, а уникальные награды режима это просто питомцы и релики, которые можно коллекционировать у себя дома. Зато на мастер-моде начинаешь понимать, насколько у игры большие дыры по части балансировки. Сперва, как вы помните, я начинал играть за воина, но с приходом хардмода отметнул эту затею и переключился на стрелка. Подходить в мили, когда монстры сносят половину хп с одной атаки, не имеет никакого смысла. Несмотря на то, что в данном режиме один дефа поглощает ровно 1 единицу урона, воин выдерживает на 1-2 удара больше других классов. Следовательно, нужно использовать хоть что-то рейнджовое, и идеальным вариантом будут йо-йо. На них куча классных аксессуаров, добывать их очень легко и дистанция что надо. Но что-то меня дернуло и захотелось попробовать поиграть без йо-йо. Только в этот момент мне пришло осознание, как много в террарии бесполезных мечей. В хардмоде любое не стреляющее оружие не имеет права на жизнь. А получить после убийства стенки хоть что-то с дальней атакой – это настоящая заноза в жопе. Вот скажите мне, кто будет пользоваться этим дерьмом, когда оно выпадает в хардмодном данже? Или
зачем крафтите из хардмодных руд это говнище? Реворк цепного оружия тоже какой-то странный, и то, что я успел поюзать, выглядит как развлечение, а не серьезное оружие для босс-файта. Бумерангов слишком мало, достать их слишком сложно, дальность атаки и урон вызывает сомнения. В итоге и остается использовать треклятое йо-йо. Зачем тогда все это разнообразие пушек, если есть объективно неюзабельные и противоположные сильные предметы на одинаковом этапе игры? По-моему, было бы здорово добавить всем нестреляющим мечам какую-нибудь заряжаемую атаку с увеличенным радиусом и уроном. Это бы привнесло хоть какой-то новый геймплей и добавило бы ценности многим оружиям. По крайней мере, это хоть какой-то вариант развития ситуации. Я не разработчик, они уж точно могут что-то получше придумать. Мне не понравилось гриндить стреляющие пушки шансом 0,00001%, поэтому я переключился на полноценный дальнобойный класс. Вот стрелок с самого начала игры вплоть до Мэнлорда вообще не испытывает напрягов с оружием. Ониксовый бластер, мега-акула, лук Дедала — все это в легкой доступности работает как часы. Потом появляется хлорофит, и ты вообще не задумываешься, как наносить урон и при этом не откисать. Говоря о хлорофите и возвращаясь к теме бесполезных предметов, появляются сомнения по поводу хлорофитового сета. Воин крафтит себе черепаший сет. Маг спектральную броню, стрелок шрумитовую. Я понимаю, что хлорофитовая броня это промежуточный вариант, но кому он нужен, когда ты только получил святой сет, а через одного босса сможешь скрафтить лучшую броню Даймонлорда? Это скорее общая проблема перенасыщения контентом в Террарии. Это чувствуется не всегда и не на всех классах, но сейчас разберем подробнее. Примерно с убийства Плантеры начинается кавардак. Открывается хардмодный данж, где оформится множество классных предметов и эктоплазма, которые в свою очередь дают доступ к тыквенной и морозной лунам. Эти два ивента наполнены жирным дропом, который не стоит игнорировать. Также Плантеры оставляют ключ от данжа Голема, который не представляет опасности, а недавняя переработка босса сделала его только слабее. Стоит нам победить Голема, как появляется марсианское безумие. Солнечное затмение достигает своего пика, Бетси прилетает в армию древних, а еще у нас там герцог Реброн и вообще-то появился культист, который на финального босса ведет. То есть сперва у нас практически прямолинейная игра с мехабоссами, а потом вываливает кучу контента, которую зачастую пропускают новички. Типа, зачем убивать кого-то помимо Плантеры и Голема, если после культиста мы получаем лучшее оружие в игре? Можно было бы как-то засунуть контент в промежутках между механическими боссами, да и лут от этого распределился бы куда разумнее. Ну вот зачем нужен лук с Бетси, цунами с Реброна, новый лук с Императрицей, когда я могу просто скрафтить фантазм? И ведь перечисленные пушки реально классные, только они становятся очень быстро неактуальными или скипнутыми. А до этого нас заставляют бегать со стрёмными арбалетами и выносить всех имбалансным дедалом. В этом апдейте пытались как-то разбавить ситуацию и добавили королеву слизней, которая идет до близнецов, уничтожителя и прайма. Но вот беда, она слишком сложная для опциональной тренировки перед механиками, да и лут с нее такой, что большинство моментально забудут о ней. Кровавую луну тоже прокачали, и концепт вроде прикольный, но уж слишком много заморочек. В идеале до хардмода нужно обзавестись специальной удочкой, у которой повышен шанс выловить монстра. Забавно, что сама удочка выпадает из врага, который вылавливается в Blood Moon, и шанс этого 4%. Затем с этой удочкой непременно ловим хоп-гоблин-акулу и глист, которые в случае смерти оставляют чампакет. При использовании той самой удочки чампакет удваивает шанс на улов моба, то есть потенциального мини-босса Наутилуса. И вот как раз с него выпадает хороший посох на призывателя. Честно говоря, это очень жесткий челлендж, особенно для самонера. Ну и Императрица Света. Босс офигенный. Идея с убийством без урона проста и гениальна. Если честно, Мунлорд на ее фоне кажется не таким крутым и пафосным. Анимации и атаки словно вытащены из какой-то Bullet Hell игры и на удивление хорошо сюда вписались. Не побоюсь сказать, что это лучший босс среди всех песочниц. Одно обидно, битва с ней такая же опциональная. Но в этом случае можно даже понять почему. Ставить кого-то выше Мунлорда не вариант, а подобный челлендж осилит не все. На самом деле, это неудивительно, что в Террарии такое странное распределение. Игра поддерживается много лет, и контент добавлялся порционно. Сейчас перелопатить все это очень сложно. Да и игра не онлайн-компетитив, чтобы так сильно париться над балансом. Когда-то ведь кобальтовая броня имела смысл, и крафт святого сета был действительно интересным. Видимо, чтобы добавить что-то новое, приходится жертвовать чем-то работающим старым. На том же Normal моде многие проблемы вообще незаметны. Важно уточнить, что большинство наигранных часов я провел в одном мире, и не занимался постоянным перепрохождением игры. Плюс я не знаю, как сейчас дела обстоят у призывателя и того же мага. По сути, мое мнение опирается на наш кооперативный экспириенс, поэтому не стоит возводить его в истину. Напоследок, как раз таки хочется поделиться эмоциями от коопа. The Hard Mode, несомненно, лучшая часть прохождения. В этот промежуток нет несправедливо ваншотающих атак, гринд не такой душный и нет проблемы, что боссы неадекватно себя ведут при смене таргета.
А вот Мунлорд и Императрица Света прям совсем не подходят для совместной игры. Возможно, все неплохо меняется, когда вместо двух человек играет четыре, или даже больше. Такого опыта у меня нет и судить не берусь. Из нашего случая мне показалось, что мастер-мод все же не так удачен для коопов, чтобы реально наслаждаться игрой. В сухом остатке обновление крутое. Игра не сказать, что стала хуже, хоть и могла бы быть еще лучше. Надеюсь, вам было интересно. Ну и как в старые добрые, peace.